Так, ребята, сегодня я зашла на сервер Брайса, и сегодня я собираюсь за ним следить. Это будет очень интересно, надеюсь. Посмотрим, что Брайс делает. Мы даже немножко над ним поиздеваемся. Покидаем всякие штуки, короче, чтобы он там поудивлялся. Сразу хочу подготовиться. Давайте мы, наверное, сейчас возьмем лестницу, на всякий случай, спальный мешок, конечно же, бомбу. Мы обязательно сегодня будем издеваться над Брайсом, потому что так будет только веселее. В принципе, пока, я думаю, все, взяли так бомбу. Я думаю, все остальное не так важно, потому что все остальное, если что, ребята, у нас есть пропсы. Вот это самое важное. Ну что, погнали смотреть, где же там Брайс, и будем за ним следить. Ребята, я уже около дома Брайса, как вы видите, но мне пока его не особо видно. Я сейчас пытаюсь здесь посмотреть, где он и что там происходит. Его нет на первом этаже. Это плохо, хотя нет, посмотрите. О, смотрите, так, он на кухне. Я считаю, нам прямо сейчас лучше пробраться прямо на кухню и вот отсюда посмотреть, что же он там делает. Смотрите, он что-то молотком там делает. Нифига себе. Интересненько, интересненько. Давайте мы, наверное, прямо сейчас закинем бомбу и посмотрим, что будет. Офигеть. Так, Брайс, наверное, сейчас обалдел. Хотя он продолжает все равно чинить свою кухню. У него там что-то, видимо, сломалось. Пока Брайс там чинит, там нужно быстро пробежать. Все, мы пробежали, пробежали. Блин, ребята, ребята, я боюсь попасться. Я очень боюсь попасться. Так, он прям смотрит, что происходит. А он еду разогревает. Понятно, он там есть, готовит. Блин, нифига себе. Давайте мы тоже сейчас как-нибудь повеселимся. Вот так сделаем. Вот сюда поставим бомбу. И все взорвем. Все, пока Брайс отвлекся. Отвлекся. Так, я сейчас быстренько пробегаю опять вот сюда. Если что, у меня цель уменьшится в росте. Давайте мы, наверное, сразу это сделаем. Чтобы, если вдруг Брайс сейчас выйдет, я смогла спрятаться вот сюда. За вот эту вот штуку у нас не было заметно. Брайс там вроде разогревает еду. Ничего пока такого не происходит. Он там что-то вошкается. Что он там делает? Я маленького роста, и это просто супер неудобно. Я потеряла Брайса, ребята. Я потеряла Брайса. Куда он делся? Вдруг он сейчас идет на задний двор. На всякий случай сейчас сюда спрячемся. Я пытаюсь понять, где Брайс. Так, в комнате его не видно, ребята. В комнате вообще не видно. На первом этаже. Куда он делся? Я не понимаю. Меня это настораживает. Надо как-то пройти, разведать обстановку, ребята. Но так, чтобы не попасться. Потому что это очень опасно. Мы сейчас выходим вот сюда. Очень аккуратненько. Очень аккуратненько. Ого, Брайс прямо здесь. Брайс прямо здесь. Он убирается. Нифига себе. Давайте, наверное, поставим ему вот сейчас сюда лестницу. Смотрите. Если что, я стою вот здесь за дверью. Он, походу, не замечает. Ребята, что он вообще делает? Он моет швабры и пол? Серьезно? Брайс чисто пришел поубираться. Куда он пошел? Блин, надо обратно идти. Посмотрим, что сейчас он будет делать в доме. Вот так сюда забегаем опять. Наше такое секретное место, чтобы нас не заметили. Я Брайса не вижу. Вы, ребята, видите Брайса? Напишите в комментариях. Я пока не вижу. Он там что-то убирается. Он сегодня решил домохозяйкой побыть. Но мы так решили поиздеваться немножко. Ого, он прямо тут, блин, пылесосит. Он пылесосит, ребята, пылесосит. Офигеть. Давайте ему еще раз взорвем бомбу, потому что это прикольно. Он на второй этаж побежал. Ребята, он побежал на второй этаж. Значит, он сейчас должен быть где-то здесь в доме. Я не вижу его. Блин, о, смотрите, вот он, вот он. Пошел, короче, там в туалет, пылесосит, везде пылесосит человек, офигеть. Это отличный шанс открыть быстренько пропсы. Ого, он прямо там. Нужно сейчас взять пропсы и подкинуть какой-нибудь интересный сюрпризик. Давайте, наверное, подкинем вот такого скелетика. Я не знаю, где Брайс. Мне очень сложно не знать, где Брайс, потому что я очень боюсь попасться. Знаете, я не могу сказать, что я так это примечательно так. Ого, блин, там Брайс, там Брайс, там Брайс. Так, бежим, ребята, бежим, сваливаем нафиг отсюда. Пока он нас не заметил. Быстренько, быстренько, быстренько. Давайте, наверное, в кусты спрячемся. В кусты это просто идеально. Так, я могу спрятаться. Я не могу тут спрятаться. Так, я не знаю, блин, меня просто видно отовсюду. Так, меня видно, меня видно. Вот здесь стоим. Так, давайте, наверное, подкинем Брайсу скелета. Вот прям вот сюда. Пусть сидит. Все, супер. Подкинули скелета. Пусть сидит, и когда Брайс увидит, удивится. Где же Брайс? Уже темнеет. Уже темнеет. Брукхейвен. Так, Брайс вот. А, он бежит прямо сюда. Он бежит. Мамочки, мамочки, мамочки. Так, все, я тихо, я в своем месте. Где Брайс? Не вижу Брайса. Где он может быть? Я не вижу. Где он? Смотрите, смотрите в оба, ребята. Смотрите и предупреждайте меня в комментариях, где он может быть. Я еще, когда я маленькая ростом, обзор, конечно, просто ужасный у дома. Вроде бы его не видно. Я не знаю, где он. Дома я его тоже не вижу. Я не понимаю, где Брайс. Я не понимаю вообще, где он может быть. Так, хорошо, выходим сейчас с этой стороны. Так, здесь его вроде бы нет. Все, супер. Вот где Брайс. Он смотрит, что там со скидкой.
скелетом. Давайте мы, наверное, прямо сейчас закинем куда-нибудь сюда бомбу и взорвем эту бомбу. Все, доводим Брайса. Блин, так бежим, вот сюда бежим. Все, тихо. Думаю, нас тут незаметно. Думаю, тут нас незаметно. Ребята, где Брайс? Он побежал на задний двор. Смотрим как. Смотрите, вот, ребята, он бегает. Бегает, ищет, кто его там пытается поймать вообще. Что там происходит? Почему он завалился? Мне нужно выйти, и знаете, я, наверное, как сделаю? Я сейчас очень рискую, но мне надо вот как-то сделать вот так. Я захожу прям вот сюда, чтобы нас не было видно вообще. Смотрите, Брайс в доме. Отлично, Брайс на втором этаже пытается увидеть, где же мы с вами находимся. Пока я подкидываю вот сюда бомбу. И он сейчас снова, смотрите, он открыл дверь. Это потрясающий выход в дом. К сожалению, давайте еще одну бомбу подкинем. Нет, давайте поставим сюда лестницу. К лестницу, и давайте еще что-то из пропсов поставим. Например, вот этого скелета. Все, супер, ребята, супер. Так, ждем. Ждем, когда что-то будет происходить. Смотрите, Брайс ищет с горки, смотрит с оружием. Ребята, с оружием смотрят, не понимая, что и где. Это очень опасно. Давайте мы, наверное, вот сейчас сюда закинем бомбу. Он ищет, ищет, не может найти. Так, взрываем бомбу Брайса, чтобы он вообще сейчас прифигел. Куда? Где? Где? Так, давайте вот так быстренько скрываться, скрываться, чтобы нас никто не заметил. Вот так будет побезопаснее даже сейчас, в данной ситуации. Не понимает вообще, что происходит. Ребята, опасная ситуация, конечно. Брайс вообще не понимает, что там происходит. Так, Брайс куда-то делся. Брайс куда-то делся, но мне отсюда... А, вот он на первом этаже. Все, так, стоп, тихо, он куда-то пошел. Ого, я вижу, ребята, куда он пошел. Я не вижу, я потеряла его. Вот, смотрите, вон он там бегает. Обзор, конечно, вообще капец. Он ничего не понимает. Офигеть, ребята, офигеть. Ситуация, эвакуация, ребята. О, блин, он меня поймал! Офигеть, нет! Бежим, бежим! Мы не должны быть пойманы! Блин, он нас нашел! Мы были обнаружены, мы были рассекречены! Брайс нас нашел! Он бежит прямо за нами! Нам нужно как-то скрыться, нам нужно куда-то скрыться. Хорошо, я сейчас бегу и вот так делаем. Все, вот так мы сейчас пропадем. Возможно, он не смог нас заметить. Я надеюсь, что не смог. Так, я надеюсь, что все, мы исчезли. Ребята, мы исчезли. Фух, это была очень опасная ситуация. И Брайс нас просто жестко засек. Я теперь не знаю, где он вообще, интересно. Интересно, куда он делся, но все, мы пропали. Фух, ребята, я очень испугалась. Жесть просто. Так, смотрим, что же тут происходит. Смотрите, смотрите. Ага, побежал, побежал. Зашел в дом, значит, сейчас ищет, кто же тут над ним издеваться может, да. Смотрите, телек смотрят, но мы сейчас быстренько-быстренько все устроим, чтобы Брайсу было не так скучно. Ребята, смотрите, где он, смотрите, где он. Вот так делаем сейчас. Вот сюда кидаем бомбу и взрываем ее. Так, опа, Брайс, Брайс опять пушку взял, чтобы искать. Жесть просто. Это ор. Брайс, это просто ор. Он не может найти. Блин, я не могу найти. Так, мне нужно куда-то спрятаться. Мне нужно куда-то спрятаться. Так, себе место, конечно. Я не знаю, где Брайс. Я не знаю, где Брайс, к сожалению. Так, ну, может быть, вот сюда. Я не знаю, где Брайс. Это супер волнительная ситуация. Так, ну, Брайса вроде бы здесь нет. А, блин, он забегает прямо сюда! Капец, что делать? Все, нас поймал Брайс. Так, мы были пойманы, он прям стреляет, жесть просто. Напишите, как вам такое видео.